Всем добрый вечер. Мы начинаем марафон анатомии стройности. Меня зовут Мика Хигай, стар-мастер Атоми. Первый стар-мастер в Казахстане. И наш марафон июнь-июль, да, сейчас 21 год, только для команды Арман. Когда мы объявили марафон, к нам очень многие обращались из других структур, так как, да, в Инстаграме на нас подписаны разные партнеры. Но мы решили ограничиться только нашей командой, сконцентрировать наши усилия на вас, чтобы вы получили максимальную от этого пользу. Идея пришла с того, что да, в Корее проводится тоже марафон, он называется Slim Body Challenge. Если вы заметили, у нас продукция для похудения тоже называется Slim Body. Slim Body Puer Chai, Slim Body Apple Phenon, да, новинка, яблочное желе, Slim Body Shake. То есть это уже бренд компании, переводится как «стройное тело». И в 2021 году тоже был этот марафон. Челлендж от компании. Я вам переводила это видео. Посмотрите обязательно, кто еще не посмотрел. Оно есть в истории нашего чата «Марафон анатомии стройности». И там есть такой, да, профессиональный тренер. Она рассказывает, как правильно нужно худеть, какая продукция рекомендуется компанией и какие упражнения также рекомендуется делать. А также, конечно же, идея пришла от того, что у нас есть продукция для похудения. Это наши шейки протеиновые, да, которые заменяют прием пищи без вреда для здоровья. Это посты, которые делали наши партнеры о нашей продукции. Это Puer Chai, это Psyllium, Fyenzyme. Вот именно Fyenzyme, например, он на сжигание жировых отложений, сжигание. Как и яблочное желе новинка, да, которая как только появилась на несколько часов на корейском сайте, сразу ее раскупили, потому что сейчас лето, сейчас проводятся, да, такие всякие марафоны, не только Атоми, разные другие организации. Например, в Инстаграме, да, сейчас мне также понравился марафон «Топим жир», он платный, но там тоже интересно, то есть они такую создают движуху мощную. И единственное, что плохо в таких кратковременных марафонах, да, он 3 недели, например, идет, вот не наш, а другой, то, что нет детоксикации, то есть этого важного момента, детокс, там сразу идут очень сильные тренировки, но мы будем с вами делать упор на БАДы, на коррекцию питания, на воду, на физическую нагрузку легкую. То есть идея в том, что даже без тренировок, да, и это доказано, можно похудеть, ну, самым щадящим для организма образом. То есть мы делать будем это грамотно. У нас в команде очень крутые спикеры, которые помогут вам в лучшей мере понять, да, как все это сделать максимально комфортно для организма. Дальше мы представили вашему вниманию пакеты, которые мы собрали для вас, для того, чтобы максимально с продукцией получить пользу и эффект. То есть результаты будут лучше с продукцией, конечно же. Так, Татьяна пишет, что у нее нет звука, но звук есть, видимо, с интернетом, да? Все хорошо слышно, спасибо, написала Вика. Да, пакет Detox, мы с него начинаем, июнь, с пакета Detox. С пакета Detox, у кого уже есть этот пакет, вы можете начинать завтра. То есть у нас чай пуэр обязательно, он идет на месяц. Вот, я сегодня снимала ролики про чай пуэр, и раньше я его в горячей воде, да, ближе к горячей воде я его растворяла, как чай пила просто. Но сегодня я попробовал метод, который в Корее показывают, просто добавь воды в пол-литровую бутылку, да, 500 мл комнатной температуры, высыпаете пакетик, и получается классный напиток. То есть он даже вкуснее, когда горячий. Вот, не горчит, очень легко пьется, очень рекомендую такой метод.
И так легче как бы выпить. Я раньше в термосе наливала и забывала периодически. А так видишь перед собой, да, бутылку такого коричневого цвета, то есть в глаза попадает, не забываешь про это и пьешь. Поэтому чай пуэр это мы начинаем. Спирулина также, да, 2 капсулы в день. Пробиотики пьем. Это пакет минимум для тех, кто готов добавить, так, больше товаров. Это омега и это хемохим, пакет максимум. То есть все зависит от вашего желания, сколько вы готовы на себя любимого, на себя любимую инвестировать именно, да? Это мы покупаем не для кого-то, мы покупаем для себя. И этот марафон, он бесплатный. То есть вы увидите, да, насколько крутые у нас лекторы, как все мы организовали каждый день, уже выслала вам меню. То есть здесь все организовано для вас. То есть вы потом можете это использовать уже дальше в своем бизнесе, делать свои марафоны. То есть уже все готовая программа у вас есть. Поэтому то, что вот эти пакеты, вы это делаете для себя. То есть для того, чтобы у вас были результаты, и затем вы могли это передавать, да, своим партнерам, ну, рассказывать, например, клиентам. Многие, возможно, у вас спрашивают, а ты вот это пил сам, да? А у тебя был у самого вот этот результат такой? То есть, а ты сколько набрал или насколько похудел? То есть это важные вопросы, которые клиенты будут вам задавать в течение вашей работы в Атоме. И очень классно, когда у вас будут собственные результаты. Результаты, сколько килограмм, да, вы набрали, сколько килограмм вы сбросили именно на продукции Атом. И этот марафон направлен как раз для того, чтобы у вас были эти результаты на руках. Также вы, конечно, будете наблюдать за участниками другими в нашей группе, да, у нас почти 500 человек. И наши все результаты, они как бы будут нам друг другу помогать в продвижении. А у нас будет 10 победителей, и их результаты, я думаю, тоже будут мощными. Поэтому для всех это будет большая польза, большое продвижение. Пакет детокс на июнь. Смотрите, спирулина она идет на 2 месяца, пробиотик на 2 месяца, омега на 3 месяца, хемохим на 1 месяц. То есть чай пуэр и хемохим в июне мы заканчиваем пить, а в июле продолжаем пить спирулину, пробиотики, омегу. Продолжаем. Далее добавляется пакет интенсив у нас уже в июле. И здесь уже выбираете свой пакет, да? 1, 2, 3, смотря какая у вас цель марафона какая у вас. Мы сделали опрос в Телеграме, в нашей группе, какая у вас цель. И большинство за поддержку веса, кстати. Интересно, что. А потом второе место это набор веса. И где-то режим наладить, где-то питание наладить. И не популярный ответ, но все же интенсивный. А набор веса. То есть похудение, поддержка здоровья, это было одно из топ ответов. Похудение, поддержка здоровья. И набор веса тоже был. Но уже меньше голосов за набор веса. И я, например, участвую, чтобы тоже набрать вес. Муж, да, мой Владимир, он будет участвовать для похудения. Потому что за карантин многие набрали вес. Мы очень много работали онлайн. Сидячий образ жизни, это, конечно, дает о себе знать в виде лишних килограммов. Я думаю, у многих так за карантин появились лишние килограммы, которые вот хочется летом убрать. Так, здесь у нас смотрим, например, набор веса, да, здесь у нас добавляется в минимум пакете только один продукт. Это коктейль Balance Life. К большому сожалению, он закончился на корейском сайте. Мы ждем его, но чтобы не ждать, да, потому что даты точно нет, мы пока заказываем шейк с корейского сайта. Можно успеть заказать шейк, чтобы к июлю все пришло, и вы начали заменять прием пищи, либо наоборот добавлять. Смотрите, набор веса, это значит, мы все кушаем, плюс добавляем еще и протеиновые коктейли, да, к нашему рациону. А там, где похудение, вот вторая картинка,
наоборот, мы заменяем завтрак либо ужин вот таким коктейлем. То есть я показывала рецепт смузи, который можно сделать вместе с бананом, со шпинатом. И очень вкусно получается, после этого не хочется есть. Вот. То есть можно даже с молоком смешать, чтобы вот если вы прям чувствуете, что это после этого все еще хочется кушать, да, у всех разные аппетиты, то можно с молоком смешать, например, миндальным. Для тех, кто набирает вес, тоже, да, можно так сделать с молочком. Можно с водой. С водой тоже очень вкусно получается. И дальше у нас коктейль Balance Life. Средний пакет, интенсивный набор веса, добавляем расторопшу. Пакет интенсивное похудение. У нас три здесь продукта, но потому что все нужно нам, да, псилиум нужен, файнзайм, шейк, да, протеиновый шейк. Плюс, если есть возможность, то расторопшу тоже было бы очень хорошо добавить. Следующий пакет интенсивная поддержка здоровья. Псилиум и шейк. То есть мы будем также, да, один прием пищи можно будет заменить на вот такой шейк, либо сделать смузи из шейка. И также добавляется расторопша. Вот такие, да, минимальные пакеты есть. То есть хорошо, если вы будете пить витамины, БАДы, да, для, во время этого марафона, потому что у вас будут лучшие результаты, и также вы сможете потом это использовать как инструмент для продвижения продукции, что вам, вы сами почувствовали эффект на себе. Либо вот будете рассказывать, как мои партнеры, либо мои кураторы, какой у них был результат. Но это не обязательно. То есть, нет такого, что мы заставляем, да, кого-то приобретать продукции. Вы можете, как бы, ну, у нас есть меню, у нас есть тренировки, проходить без продукции. Но, да, желательно, конечно, чтобы у вас было это на руках, потому что, ну, мы все вместе будем это делать, будем все пить, будем все запечатлять, а также от пакета будет зависеть 10% вашей победы в конце марафона. Об этом позже расскажу. Так, давайте я прочитаю чат, чтобы не пропустить вопросы. Так, Мира пишет, что спирулина есть, но повышает мне давление. Да, будет дальше о чекапе, то есть вам нужно будет проконсультироваться с врачом, то есть причину узнать, почему, да, ну, возможно, да, какая-то индивидуальная непереносимость. Также будут лекции с врачами, которые тоже, я думаю, смогут вам подсказать. То есть здесь нужно обращаться к специалисту. Так, участвовать для поддержки здоровья, не надо худеть и набирать вес тоже. Нет необходимости, у меня вес нормально. Можно шейк заменить на расторопшу за место шейка. Хочу пропить БАД. Айнур пишет. Так. Это вопрос, да, можно шейк заменить на расторопшу за место... Ну, просто тут разные действия, смотрите. Шейк – это же протеиновый напиток, который, ну, мы поддерживаем здоровье. То есть они разные совсем. Расторопшая – это, ну, для поддержания организма, потому что все равно это стресс, да, вот мы сейчас немножко меняем диету, рацион, пьем витамины, БАДы и... Детокс происходит, это все нагрузка на печень. Печень – это фильтр нашего организма, поэтому о печени нужно очень хорошо заботиться. То есть это разные немножко вещи. Так, далее. Ну, главные такие идеи, да, которые будут на марафоне, план. Мы переходим на правильное питание и объясняем вам, почему это важно. В нашей команде есть нутрициолог, а лекция – то у нас лекции по вторникам, и вы узнаете, да, вот эти почему. То есть мы не будем просто вам говорить, вот так надо делать, да, мы скажем, почему вот так надо делать. Вам меню уже мы начали высылать, то есть это рекомендованное меню. Если у вас есть какая-то индивидуальная непереносимость тех или иных продуктов, вы вправе их заменить. Следующее, второй пункт, детокс, чекап, лекции врачей, это июнь.
июль интенсив лекции специалистов и уход за лицом и телом, стиль, режим сна, физическая активность, мотивация, подарки, кураторы и скриншоты. Ну, вот такой коротенький план. Первый месяц, да, и здесь мы рекомендуем, чтобы вы прошли консультацию у семейного врача. То есть, чтобы, ну, возможно, он отправит вас на анализы. Если, например, в Корее приходит каждый год письмо, что вот нужно вам сделать чекап. То есть это нормально, да, что ежегодно мы проверяем свой организм, все ли в порядке, все ли работает как надо. Профилактика, да, лучше профилактировать, чем потом лечить, запустить. Поэтому хорошо бы пройти, да, анализы и консультацию врача семейного получить, чтобы просто, ну, удостовериться, что все у вас в порядке, вы готовы пройти этот марафон. Да, потому что много, да, спрашивали, можно ли при таком состоянии, можно при другом, при таком-то заболевании. То есть это все очень индивидуально. Мы не берем, да, на себя риск такой, поэтому обязательно сходите к врачу, если у вас есть какое-то, ну, какая-то проблема, есть какое-то состояние, которое требует, которое у вас вызывает вопросы. Вы обязательно у специалиста, вот индивидуально, вот так нужно, ну, пройти обязательно, чтобы знать, да, что можно, что нельзя, можно ли тренироваться, можно ли пить то или иное другое. Состав, то есть покажите того, что рекомендуется во время марафона, чтобы ваш врач знал. Следующий пункт. Участники делают фото до, измеряют талию, вес. Ну да, нам нужно знать, да, какой результат дает наш марафон, что мы получили, да, в итоге после двух месяцев. И, ну, как бы для вас самих это тоже мотивация, да, чтобы, ну, не давать слабинку, да, держать дисциплину, ходить, да, и так далее. То есть правильно питаться. Не забывать пить витаминки наши. То есть, чтобы в конце у вас был результат. Это, во-первых, нужно для вас. Вот. И также это поможет вам выиграть, да. То есть у нас будет 10 победителей. Третье. Детокс. У нас, да, вы выбираете пакет. У нас правильное питание. Рецепты высылаются. Вода. Прогулки. Про воду у нас будет приложение, которое надо будет скачать всем, и оно будет напоминать вам. То есть вы выпили воду, записали, да, сколько вы выпили в миллилитрах и так далее. То есть вам нужно заполнить. Там зависит от веса, ну, то есть есть критерии. То есть не всем 1,5 литра нужно пить, или не всем 2 литра именно нужно пить. У всех своя норма, и система это высчитывает. И мы ежедневно будем прогуливаться. Это всем очень хорошо. Это такая легкая, да, тренировка, но в то же время она очень дисциплинирует, очень легко держать режим. Да, хочется спать уже в 11, когда ты хорошо погуляешь. Вообще прогулка, она и как медитация работает. То есть расслабляешься, мозги так в кучку мыслей, позитивный больше лад переносится. То есть большая польза есть от этого. Сахар заменяем, да, сахар – это зло, очень много процессов в организме. Да, организм наш стареет, да, вот от стоп-продуктов, поэтому нужно как можно больше заменять сахар. Это мед, это стевия, также у нас есть витамины БАДы в атоме, которые помогают брать вот эту тягу к сладкому. Это вот очень часто я слышу от партнеров и от клиентов, которые принимают гранатовое или вишневое желе. То есть оно уже имеет сладкий вкус, да, хотя там нет сахара, то есть там нет, там, ну, вот все вытяжки из натуральных продуктов. И вот после, ну, как бы вот этот вот хочется, да, вот поел, а потом хочется чего-то сладенького. Вот съешь такую здоровую альтернативу, гранатовое, вишневое желе, яблочное появится также. И все прекрасно. Также спирулина, вот кто пьет спирулину, витамин С, кстати, он тоже такой сладенький, да, после еды выпили, и вот
не хочется сладкого, спирулина. Также отмечают, что после нее вот тяга к сладкому нет. Видимо, организм получает свои нутриенты, и он как бы уже не тянется к тому, что, к чему раньше тянулась рука. Ну и вообще, мы в этом марафоне меняем наши привычки, более здорово переходим, да? Хотим мы с вами все долго жить, быть красивыми, с идеальной для себя фигурой. Вот. Следующий момент – пешие прогулки. И я сама замерила, да, походила с коляской, с дочкой. И самое лучшее время, мне кажется, гулять вечером. Но это, конечно, зависит от вас. Потому что тренировки мы будем делать в утреннее время, потому что утром себе легче заставить тренироваться. А вечером уже погулять, погулять и потом спать. То есть после ужина можно погулять. Так, ну, все равно рекомендуется, да, за 2-3 часа до сна не есть. Поэтому что в это время делать? В это время нужно гулять. 2000 шагов. То есть это очень возможно, да, каждый день ходить по 2000 шагов. Ну, вот именно там, не по дому, да, не как бы, ну, чтобы это не было вот, за целый день вы это вот столько-то проходили, ну, как бы это чтобы было целенаправленно, вот вы погуляли, или там с работы до дома, это тоже считается, да, вот как прогулка. Доходим до 5 или 10 тысяч шагов. Это, ну, у каждого своя норма, сами, конечно, замерьте, сколько вам комфортно ходить, то есть в июле нам уже нужно ходить 5-10 шагов. Для меня сейчас 2-3 тысячи шагов, это прям, ну, моя норма, но я думаю, с каждым разом она будет увеличиваться. Потому что да, я устаю даже вот от 2-3 тысяч. И кто у нас мамочки, да, берите коляски, берите детей. После таких прогулок они будут спать еще лучше. Вот, так что можно будем гулять с вами. Шестой – отказ от вредных продуктов и привычек, знание о вреде ядов для организма. Да, об этом говорят с нами наши специалисты в лекциях. И следующий пункт – это режим. То есть от режима зависит наш метаболизм. Хотите похудеть, хотите набрать вес, вам нужно держать режим. Да? Хотите здоровый сон, концентрацию в течение дня, ну да, нам нужен режим. И как бы организм уже понимает, что у нас, ну, солнышко встает, да, солнышко, закат у нас происходит. И то есть это все чувствует организм, и вот в определенное время хочется спать. То есть темнота, да, тоже влияет на нас. Поэтому режим, да, метаболизм наш налаживает, обмен веществ. Так, давайте я быстренько пробегусь по чату. По каким дням встречи? Мы вообще изначально думали понедельник, но так как у нас путь лидера продолжается обучение, то вторник. То есть у нас лекции от специалистов, марафон анатомии стройности по вторникам, 9 часов вечера, как сегодня. Да, так, здесь вопрос, будет ли сессия вопрос-ответ с специалистами? Да, будет. Сначала будет лекция, потом будут вопросы, вопросы-ответы. Кубашин пишет, соль убираем. Да, соль ограничиваем. Гульшах, я хожу каждый день от 10 до 12 тысяч шагов. Здорово. Можно организовать в одно утро. Всем подняться по лестнице. Да? Один раз в месяц, думаю, да, можно организовать такое, да. Агирим, вы можете организовать такое, да. Мероприятие будет здорово, всем увидеться вживую, кто живет в Алматы. Вот, да. Приветствуются у нас инициаторы таких мероприятий. Дальше, мне утром ходить удобно? Да. Ну да, если вам удобно утром, отлично, то есть супер. Точтите время для участников из Европы. Да, Юлия, будут записи, по которым вы можете заниматься самостоятельно. Так, и продукция Атоми для здоровья в июне. Это спирулина, химохим, омега-3. Ну, мы смотрели с вами, да, вот пакеты. Так, это детокс. И следующий пакет интенсив. Это коктейль, лишейк, файнзайм, псилиум, расторопша. То есть у кого-то вдруг, ну, у кого-то уже есть что-то из этих товаров, и нужно что-то докупить. Далее.
Спикеры врачей здесь Райхан, Дина, Альмира, Айгири. И план на июнь. Каждый вторник лекция, каждый день пешие прогулки. Вот вариант моей вчерашней прогулки. То есть я столько шагов прошла. Это очень легко, да, в течение 36 минут. Вот у нас календарик на июнь по вторникам. Да. Первое, завтра у нас встречи не будет, а сегодня, да, вместо завтра, чтобы мы, как бы, ну, такая ознакомительная встреча для того, чтобы завтра мы уже начали. И следующая встреча с врачом будет 8-го. 8-го, 15-го, 22-го, 29-го. Запишите себя обязательно, сделайте напоминание в телефоне. Да. И следующее. В июле, да, это месяц интенсив, когда мы активно достигаем своих целей. Будут тренировки, то есть кто уже участвовал в моих марафонах, то есть я проводила раз в месяц вот такие тренировки, да, там 5 зум тренировок. В январе мы вообще весь январь занимались, то есть в зуме мы тренируемся, и мы будем весь июль тренироваться, то есть будет в программе йога, пилатес, пресс. Также я включу в эту программу упражнения от Атоми. То есть Атоми, у них свои есть, своя тренировка, тоже будет интересно. Такая тоже у них аэробная зум-тренировка. Следующее – похудение. Мы пьем фэнзайм, шейк, яблочное желе. Да, кто? Если оно успеет появиться, и вы успеете его в июле уже приобрести, то да. Но если нет, то 10 победителей получит у нас яблочное желе. Я сама, мне сама не терпится попробовать. Дальше, кто набирает вес, как я? Мы пьем с вами протеиновый шейк. И вот эти дополнительные рекомендации, это официальные от Атоми. Если кто смотрел видео, они также рекомендуют мультивитамины, омега-3, растороп, шоколаген. Но не стал я все добавлять, потому что кто-то уже говорил, да, что, ну, даже пакет минимум было, ну, некоторым было сложно приобрести, поэтому не стала добавлять вот эти все рекомендации от Томи Корея, сделала минимально, что нужно, да, для того, чтобы набрать или сбросить вес, но расторопшу оставила, да? Расторопшу, омега-3. Мультивитамины я не стала добавлять, то есть мы пьем с вами спирулину, в спирулине есть витамины, минерал, то есть я решила ограничиться спирулиной, но просто знаете, да, что когда ты активно худеешь, то нужно пить мультивитамины, коллаген, но они помогают. Вот, например, коллаген от травм, потому что мы с вами тренируемся, а мультивитамины, они заполняют наш организм необходимыми нутриентами, чтобы мы не сорвались, да, то есть что все в организме хватает, все нормально, и не хочется там ни сладкого, ни, ну, всяких стоп-продуктов, которые будут все портить наш результат. Поэтому даже питаясь вот полностью правильно, было исследование, что все равно людям не хватает. То есть нужно пить добавки. Даже, ну, полностью правильное питание не заполняет вот эту необходимость организма во всех питательных веществах. Ну, то есть, чтобы обезопасить себя, особенно в такой стрессовый период, да, для организма, как похудение. Далее, пешие прогулки, вот видите, да, 5-10 тысяч шагов уже в июле. Нам нужна такая отметка. То есть мы будем скриншоты отправлять в нашу кураторскую группу, чтобы куратор себе записал, записывал все в таблицу. Потом на основе этой таблицы мы будем выявлять победителей. Спикеры у нас Елена Ким. Елена Ким у нас блогер, футблогер, также она мама 5 детей. Мы позже с ней познакомимся. Анна – косметолог, да, расскажет нам об уходе за телом. Стелла Хигай – стармастер, даст мотивацию. И Зельфира расскажет о стиле. Так выглядит наш календарь на июль. Также по вторникам, я думаю, мы оставим наши лекции, чтобы, ну, мы уже привыкли ко вторникам. Думаю, что мы оставим эти дни. Также 9 часов вечера.
вторник лекция, каждый день пешие прогулки, три раза в неделю фитнес-марафон Микки. То есть мы добавимся в отдельную группу. Не всем можно делать эти тренировки, да, она происходит, они довольно интенсивные, но не прям так, чтобы там, мы тяжести поднимаем, нет. Такие очень щадящие. Я не люблю, честно говоря, делать такое насилие над организмом. Я убеждена, что тренировка, чтобы она максимальную пользу нам дала, она должна быть, она должна нам нравиться, она должна давать нам энергию. Поэтому то есть, именно после, вот так вы будете чувствовать после этих тренировок. То есть они дают энергию, наоборот, хочется и то делать, и другое. То есть это заряд на весь день. Так, и 31 июля будет последняя встреча, да, вот посмотрите, суббота. Июля – это последняя наша встреча, будем прощаться. Кто захочет, включит микрофон и расскажет свою историю, и свой отзыв, и общее фото также сделаем. Сегодня сделаем и в конце сделаем. Так, хотела, да, вам сразу сказать, что нужно, какие приложения скачать. Я недавно вот себе загрузила вот это приложение Samsung Health. То есть там, если вы еще... Ну, как, если у вас Samsung, конечно же. Если у вас Android, iPhone, то приложение Шагомер. Ну, очень легко. То есть, да, вам не нужно покупать специальные часы, какие-то другие девайсы. То есть телефон все чувствует, все наши движения, все наши шаги он считывает. Просто нужно с собой всегда брать телефон. И приложение Water Balance скачайте. И там, и вот когда вы приложение скачаете, откроете, там будет сразу анкета. То есть нужно будет написать свой пол, вес, рост, возраст выбрать. И выбрать в настройках русский язык. И вам это приложение высчитает, сколько для вас, именно да, индивидуально для вас нужно пить воды. И каждый раз вы заполняете. Там такой человечек нарисован, и он там вода заполняется. И это ну, как бы будет вам напоминать, что нужно пить воду. Вода – это жизнь. Особенно летом, да? То есть мы стараемся заменять соки, газированные напитки, да, которые задерживают влагу. То есть забирают, да? Наоборот, от них хочется пить. Мы пьем воду. И в Телеграме. То есть у нас обязательно убедитесь, что вас добавили в группу, вас добавил, что у вас есть куратор, который будет с вами в течение всего марафона, куда вы можете задавать вопросы. У нас есть общая группа, но там нельзя задавать вопросы, да? Мы там получаем информацию. А в кураторской же группе можно отправлять скриншоты, да, вот как здесь написано, скидываем скриншоты воды, с приложением Water Balance, еды. Еды как? То есть мы фотографируем, да, свой завтрак, обед, ужин, делаем коллаж. И потому что куратор, он сможет вам подсказать, да, что вы правильно делаете, что лучше убрать. Дальше фото до-после. И шаги, сторис. То есть это в кураторскую группу мы это скидываем. Воду, еду, то после, шаги и сторис. Да, я имела в виду, что мы, ну, как бы также можно это отправлять в сторис, да, ваши успехи во время марафона. Думаю, что те, кто за вами наблюдает, им будет тоже интересно следить за вашими успехами. И когда вы делаете сторис, отмечаете кураторов, отмечаете организаторов, мы также будем тоже публиковать ваши сторис у себя. Есть группа Сон 23.7, то есть эти ссылки мы все скинем, куда вы можете добавиться. То есть это все по желанию, но очень рекомендуем сюда добавиться. То есть, убедитесь, что у вас есть группа кураторская Сон 23.7, это название группы, и фитнес-марафон тоже добавляем. Так, следующее. Ну, давайте познакомимся с нашими спикерами. Я думаю, что вы уже видели пост. Наши спикеры, нам очень повезло, у нас очень прекрасный состав. Так, как вы видите, Райхан Тулеутаева, врач-нефролог, кандидат медицинских наук, терапевт, бриллиантовый мастер. Это все спикеры — это атамианки.
большие специалисты своего дела. И если бы вы брали отдельные консультации у каждого, да, из этих специалистов, вы бы потратили очень много денег. Но мы это делаем бесплатно. Мы это делаем для вас. То есть здесь нет никакой, да, какой-то денежной выгоды. Даже делая вот эти вот... Сейчас, минуточку. Даже покупая продукты, вы продукцию Atomy вы покупаете для себя. То есть вот когда вы, например, записываетесь на марафон какой-то организации, вы платите им, ну, отправляете им денежку. У нас же вы, ну, для себя берете продукцию, которую в дальнейшем вы можете, ну, она как инвестиция для, в тело, во-первых, а во-вторых, инвестиция в бизнес. Поэтому, да, нам очень повезло со спикерами. Я думаю, что вы послушаете их лекции, много чему научитесь. Альмира Ахметова, Дина Исмагилова, Стелла Хигай, а я, Нагири Мусина, Анна Петрова, Елена Ким, Зульфира Серикова. Вот фотографии наших спикеров. И также я бы хотела сейчас дать слово нашим спикерам. Так, минуточку. Поднимите, пожалуйста, руку, я вам включу микрофон. Кто у нас готов спикеров сейчас поприветствовать наших участников? Елена, вижу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена – фудблогер, то есть, зайдя в ее инстаграм, вы увидите очень много полезных рецептов. У Елены 5 детей, она успевает готовить вкусно, быстро, полезно. Да, есть ли какой-то совет, который вы бы хотели дать участницам? Добрый вечер, дорогие участники марафона «Анатомия стройности». Для меня вообще это первый марафон. Я не участвовала ни в одном марафоне за свою жизнь. На самом деле, это очень важное событие для меня, тем более, что я являюсь одним из спикеров данного мероприятия. Я мама 5 детей, да, я счастливая жена и недавно совсем стала бабушкой. Так что я вдвойне, втройне должна быть здоровой. Я понимаю, что какая ответственность на меня сейчас ложится. Бабушка – это очень... Такая, это очень гордое такое чувство, поэтому я должна быть здоровой, я должна быть счастливой, я должна быть красивой, я должна быть примером для своей семьи. Спасибо большое организаторам, во-первых, этого мероприятия за предоставленную мне честь. Я постараюсь максимально помочь всем участникам нашего марафона стать лучше, стать здоровее, стать крепче и выносливее. Ну, а если мы станем таковыми, то мы, конечно, будем счастливее, потому что дороже, чем здоровье, по-моему, ничего нет, это точно. И мы просто обязаны поддержать свое здоровье, потому что никто не сделает это за нас самих. Это нужно делать не завтра, ни с понедельника, ни со следующего месяца, или после какого-нибудь праздника, когда нужно доедать все вкусности, да? Почему-то вот мамам обычно жалко это все сделать, особенно в казахских семьях, это я знаю, потому что я сама в казахской семье уже давно. И я скажу, что именно сейчас это нужно сделать, что нужно начать меняться сегодня и сейчас. Нужно понимать всегда, что те люди, которые откладывают все на завтра, они откладывают в себе не только какие-то хронические привычки, да, но и какие-то хронические заболевания, от которых избавиться в дальнейшем будет очень тяжело, а порой даже и невозможно. И эти самые привычки и заболевания
мы передаем своему подрастающему поколению. Поэтому мало хотеть и просто желать здоровья себе и всем вокруг. Нужно взять себя в руки и просто начать действовать. Хороший пример всегда заразительный. Я всегда стараюсь быть примером для своих детей, для своей семьи, для близких, потому что я хочу, чтобы дети всегда гордились, какая у них мама, какая у них молодая, красивая мама, да, полная жизни, энергии. Я думаю, своим примером я должна заразить своих детей, свое подрастающее поколение. И я всем вам желаю того же, потому что мы должны вырастить здоровое поколение, здоровых детей. И покажите этот пример своим близким и детям. И на самом деле вы получите очень хороший результат во всей вашей жизни. Отношение к вам как к личности изменится просто кардинально. Также изменится и как ваша жизнь в целом. Я хочу сказать, что я к этому, к правильному питанию, да, я пришла не потому, что не с детства, да, меня этому не учили. К этому я пришла из-за моего родного человека, моего супруга, которому пришлось поменять образ жизни, которому пришлось кардинально просто его поменять, чтобы быть здоровым. И здесь вот очень хорошая возможность пройти этот путь вместе. Так же, как я этот путь прошла со своим мужем, я хочу сейчас... Ну и потом вместе всегда веселее, правильно? Есть какие-то планки, есть какие-то цели. Я думаю, что вместе мы просто сила. Конечно же, многие из нас, из вас захотели просто похудеть к лету, да, вот эти вот 2 месяца шанс. Кто-то просто немного поправить свое здоровье за пару месяцев. Но я как практик уже с большим стажем, я вам советую не бросать это. Хочу призвать вас к здоровому образу жизни не на пару месяцев ради лета или какого-нибудь мероприятия, да, а на всю свою оставшуюся жизнь, на долгую и счастливую. И наш марафон – это просто уникальная возможность начать менять свои привычки, вредные привычки, и причем бесплатно. Спасибо, Ника. Я думаю, что в процессе нашего марафона какие-то вопросы будут возникать, мы обязательно на них будем отвечать, а можете не сомневаться, можете задавать вопросы, я обязательно помогу, чем смогу, своими знаниями, своими умениями. Поэтому спасибо, Мика, огромное. Елена, можно вам сразу задать вопрос? Да, конечно. Тут спрашивают, насколько нужно следовать тому меню, которое мы отправляем? То есть насколько строго? Вы знаете, как я уже сказала ранее, да, я первый раз участвую в таком марафоне, и весь свой рацион питания я вообще всегда выстраивала сама. По своему мужу. Если ему хорошо, я смотрю по его чекапу, да? Мы всегда два раза в год смотрим чекап, я смотрю на анализы, какие продукты ему можно, какие нет. Я думаю, каждому человеку это нужно подходить индивидуально. Допустим, мы просматривали меню, которое было выставлено сегодня, да, за первый день. Я скажу, что нет ничего там вредного такого, что может повредить кому-то при любом раскладе, я думаю. Потому что, ну, есть привычки какие-то, есть к молочной продукции, да, но это у каждого... Давайте мы, наверное, начнем марафон, а потом в дальнейшем вопросы будут возникать, потому что я не могу ответить сейчас за каждого, потому что вот я лично так могу питаться. И мне от этого хуже точно не будет. Ну и думаю, как и всем. Людмила спрашивает, где можно посмотреть меню? В общем чате, в Телеграме, анатомия стройности. Елена, спасибо вам большое. Спасибо вам. Да. Всем удачи, всем участникам. Читайте чат обязательно, здесь очень много теплых слов. Всем спасибо за вашу обратную связь.
я вижу с нами Райхан Исинджановна. Добрый вечер, дорогие сторонники здорового образа жизни. И, наверное, это все участники первого марафона, да, Мика? Добрый вечер, Мика. Добрый вечер. Все. Ну, большое спасибо за то, что вы пригласили нас в качестве спикеров вот в такой марафон. Если сейчас посмотреть в социальные сети, то много нутрициологов, много сторонников правильного питания, много разных вариантов. И не всегда, наверное, человек доходит до конца, не всегда это бывает успешным, не всегда это бывает уместным, потому что здоровье – это вещь хрупкая. А кто-то от природы крепок, у кого-то есть какие-то состояния, которые дремлют до определенного времени, и иногда можно по ошибке нажать на спусковой курок, да, и закрутится такая патология, что потом ее не остановить. Я помню, что когда я еще была помоложе врачом, это было довольно много лет назад, и была женщина, которая в целях похудения начала использовать определенные БАДы, по-моему, это было китайского производства, и у нее жутко сорвался обмен веществ, и очень сложно было потом справиться с последствиями. Ну, что-то я не так начала свою речь, я хочу поприветствовать, я хочу начать с того, что 98 человек изъявили желание изменить свою жизнь, стать здоровее, стройнее, красивее. Это очень-очень радует, потому что, во-первых, это заслуга Атоми, которая дала действительно такую возможность, такую шикарную продукцию, которая позволяет безопасно в большинстве случаев сохранить здоровье у людей. И спасибо Мике, которая генерирует каждый раз много новых хороших идей, которая начала вообще, наверное, марафон добра в Казахстане, когда впервые она стала атомьянкой и повела за собой людей. Вы сделали огромное дело для тысячи людей, и эти тысячи станут миллионами. Я хочу, чтобы вот этот марафон первый, он был просто образом жизни впоследствии, чтобы все были здоровы, чтобы мы с вами жили качественную, долгую жизнь, потому что у нас у всех есть большие цели, у нас у всех есть большие задачи. Наша цель, если амбициозные цели – это карьерный рост, то наши задачи – это самому быть здоровым и действительно обеспечить свою семью, свое потомство, свое окружение, всех своих родных и близких, любимых людей, обезопасить их от того, что поджидает во время, современное время, когда происходит просто, ну, жизнь, она такая стала стремительная, очень много стрессов, очень много и техногенных факторов, и
и связанных с нутрицептикой, да, то есть с питанием. Конечно же, все это влияет на качество жизни. Я думаю, что запускается очень мощная акция, и мы с вами дойдем до шикарных результатов. И каждый, кто поставил свою цель, он до нее дойдет. Самое главное, чтобы были здоровые. И все советы, которые, Мика, вы дали, они прям просто бесподобные. Они абсолютно своевременные. Мне очень нравится, что в какой-то непонятной ситуации вы обязательно спрашиваете совет. Это так мудро, это так здорово. Спасибо. Не бойтесь спрашивать совет. Это Точно. Вообще, великолепно. да, это принцип Атоми. То есть они сейчас вот вышла книга Атоми Дены. Там есть один из принципов. Не бойся спрашивать, да, будь всегда любопытен. Спрашивай, потому что ну, мы знаем очень мало, да, вот, а если мы спрашиваем, мы как бы делимся, да, друг с другом своими знаниями, и так мы только наполняемся. Благодарю вас, Райхана Синджановна. Мы очень ждем вашу лекцию. Будет очень интересно. Вижу с нами стар мастер Стелла Хигай. Давайте поприветствуем Стеллу. Всем Спасибо добрый. всем за обратную связь в чате, вижу. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Очень рада присутствовать на этом марафоне. У меня вот такое внутреннее состояние радости от того, что я понимаю, что этот марафон не только там кто-то сбросит вес, не только кто-то там подправит вес, укрепит свое здоровье, а это марафон продления молодости. Так как я хочу быть очень долго молодой, я думаю, вот, не только я, и здоровое питание, здоровый образ жизни, он ведет к долголетию. И я желаю всем, каждому из вас, кто записался на этот марафон, жить очень долго, но не просто долго жить, но еще, чтобы мы жили с вами с хорошим настроением, с ясным умом. Потому что, посмотрите, чистое тело равно ясный ум. Если мы живем в загрязненном теле, у нас и эмоции не те, и ум не так работает. Ну, согласны со мной, да? Иногда мы чего-то поедим тяжелое, уже и голова болит, и уже настроение не то. Поэтому я считаю, что это очень важно нам вот и вовремя, своевременно вот так позаботиться о здоровье. Что касается меня, я всегда следовала, старалась, насколько могла следовать здоровому образу жизни, здоровому питанию. И поэтому вот прям это моя тема. То, что я хочу это делать правильно, потому что как я это делала раньше, я читала в интернете, читала книги, и, конечно, не советовалась никогда с такими потрясающими диетологами или вот кто занимается этим, разбирается, да, вот как Елена сказала, мне очень понравилось, что у нас есть специалисты и врачи здесь будут. Знаете, как нам повезло? Поставьте восклицательный знак, кто чувствует, как нам повезло, что мы сейчас с вами не только будем богатые, мы будем счастливые с вами в Атоме, мы с вами будем красивыми, шикарными. И мы подадим пример нашему окружению, потому что когда мы меняемся, лучше выглядим, лучше настроение, больше вдохновения, больше энергии. Окружение начинает спрашивать вас, ты что, влюбилась в кого-то, или что ты ешь, или чем ты пользуешься? И я думаю, что вот это будет очень хорошим ответом, результатом на этот марафон. Я помню, в качестве тренера меня приглашали на тренинги, и как-то на одном из тренингов это была компания, которая занималась тоже здоровым образом жизни, но у них, я скажу так, их продукция меня не впечатлила. Знаете почему? Не потому, что я там пробовала их продукцию. Энергетически мне как-то она показалась, она не очень сильной. Почему? Я скажу почему. Потому что люди, которые по 10 лет занимались уже в этом бизнесе и этим бизнесом, да, они были внутри, и они мне говорили, что они постоянно пользуются этой продукцией. Я смотрела на них, а у них не было энергии, у них не было радости в глазах, они были такие уставшие, подавленные. И я подумала, нет, вот их продукцию я не буду брать. Видите, ведь я это им не сказала, я просто так подумала и сказала спасибо, они мне предложили, и, конечно, ничего не взяла у них. А
Что касается Atomy продукции, она настолько энергетически сильная сама по себе, представляете? Нам только ее употреблять, нам только ее верным образом употреблять, да? Еще и питание, конечно, если мы совместим, будет круто. И спасибо большое, Мика, за эту идею. Я вот просто двумя руками и даже двумя ногами. Я вот думаю, что мы будем приходить и делать это упражнение. Делиться и смеяться будем. Мне очень интересно посмотреть на фотографии, очень интересно выиграть, послушать каждого спикера и какими мы будем на выходе. Сейчас подготовим какие мы станем на выходе. Я уверена, что каждый из нас станет здоровее, это 100% лучше, 100% в качестве. Тут, если у нас целый месяц идет очищение, это же здорово. Спасибо большое, очень круто. Ну, Все зарядились. Очень много восклицания. если вас признать, огонь, мы с вами еще так зарядим, потому что ну, впереди у нас такое классное будущее, и лучше это будущее с хорошим настроением, ясным умом и здоровым телом. И вот это все как раз дает этот марафон. Это то, что очень хотелось, Мика. Спасибо за эту идею и спасибо всем, кто поддержал эту идею. Я смотрю, какая у нас мощная команда. И я думаю, что сейчас мне нужно остановиться, а то меня понесет. Я на вдохновение всем Да, желаю спасибо. круто провести этот марафон. Вот пройти через него, действительно, не так для галочки, а по-настоящему пройти энергию, эту силу марафона. Спасибо большое, Вика. Спасибо большое, Стелла. Очень крутая энергия, да, у нас пошла в чате. Все зарядились. Супер. Благодарю вас, Стелла. А если кто-то еще из спикеров хочет что-то сказать, вы можете включить свое видео, я у вас увижу и дам вам слово. Также я бы хотела сказать, да, о наших кураторах. У нас есть команда кураторов, люди, которые тоже поддержали нас, наш проект активно, тоже давали идеи. Да, у нас, давайте сейчас я вам покажу список наших кураторов. А, это не все кураторы, да, это только да, маленькая часть. А, Наталья Шин, мастер Ширанская роза Александр Ким, Ольга Панна и Айгуля, Елена Хан, Мила. И ваши спонсоры, да, у нас очень много кураторов, чему мы очень благодарны, то есть большая поддержка. То есть, что мы все разбились по группам, и где вы можете отправлять свои фото, да, свои успехи, свои скриншоты, и куратор вас будет вести, давать вам поддержку, мотивацию. Мила, да, очень сильно нам помогает, она дизайнер, мастер продаж, она автор нашего красивого логотипа, вот вы видели, да, только что у Стеллы фон, это Мила. Благодаря ей у нас вот такой, вот ее вот красивые картинки. Меню, это все делает Мила. Елена Хан, тоже мастер продаж, она делает шикарные ролики, промо-ролики. Ольга Пан и Айгуля, Ольга мастер продаж, Оля получается, а они вместе с Айгулей, они сделали тоже свой марафон похожий. После того, как они сами прошли, вот Александра Ким, Ольга Пан, они сами прошли марафон здоровья, оттуда нам давали идеи. То есть я тоже прослушала очень много лекций от разных тоже марафонов, и тоже оттуда вот мы сделали выжимку, да, все самое лучшее взяли и интегрировали в наш проект. И Александр Ким, они, да, бриллианты, генераторы идей, Наталья Шейн у нас организует, да, работу наших кураторов, ну, то есть помогает в организации очень сильно. То есть, если кто из кураторов и спикеров готов выступить сейчас, да, рассказать пару слов, пару советов нашим участницам, мы будем только рады. Если нет, то мы продолжим. Включайте свои видео, я вам включу микрофон. Так, с нами Наталья Шин. Отлично.
Всем добрый вечер. Как меня слышно? Добрый вечер. Видно? Слышно, да, наверное? Да. Во-первых, хочу всех поприветствовать. Это здорово, что у нас 100 человек, 10 часов вечера, а мы продуктивно сейчас обсуждаем, да, новый проект, замечательный, начало лета, это просто супер. Поэтому, ну, большая благодарность инициатору марафона. Я знаю, что Мика очень долго вынашивала эту идею. И сегодня вот только мы разговаривали, да, я говорю, это настолько нужно быть масштабной личностью, чтобы такую махину закрутить, да, более 470, да, у нас человек в чате, вот, и это просто невероятно. Мы в лето просто ворвемся, да, всем привет-привет, очень рада всех слышать, видеть. Давно, да, у нас, когда только перерыв, например, там, месяц, да, у нас от пути лидера, и мы прям все, наверное, скучаем друг по другу, вот, что это очень здорово и своевременно. Что касается марафона, я хочу сказать, что вот сейчас, обращаясь к участникам, хочу сказать, вот первое, что важно, как и в любом деле, понять, что это вы делаете не для кураторов, не для там стармастеров, не русским 50% скидка, вот, это вы делаете для себя. Вот как придет вот это осознание, что это все делается не ради кого-то, да, ради того, чтобы отладить свой образ жизни, потому что это очень важно. То есть это не просто марафон похудения, да, какой-то, это замечательный повод начать приводить себя в порядок. Свое здоровье, свой образ жизни, да, отсюда свою энергию, потому что это просто... Ну, действительно, это так, как говорится, что тело – это храм нашей души, да, поэтому тело наше всегда должно быть в порядке. И второй момент к участникам, что ценность понять, да. Я вот как бы марафоны такие не проходила, но очень много слышала и стала, ну, как бы знакомые, подруги и так далее. Хочу сказать, что эти вещи стоят денег вообще, да, и немалых. Чем дороже, тем мотивация выше у участников. У нас, как всегда, в Атоме все бесплатно, да? В нашей команде Арман замечательной. Поэтому ценность, возможно, будет ниже. Поэтому здесь очень важно такие моменты осознать, да, что вам дается инструмент бесплатно, который поможет поменять к лучшему эту жизнь, ну, вашу жизнь. Поэтому я считаю, что это прям, ну, очень здорово и своевременно. И такие привычки, они там не на 2 месяца, как наш марафон идет, а на, ну, дай бог, на всю оставшуюся жизнь, да, потому что привычки формируют наш образ жизни, наше качество жизни, да, вот, поэтому это очень здорово. И кураторам, третье, к кураторам обращаюсь. Сейчас важный такой момент, когда... кураторы должны в согласии с участниками, да, то есть здесь должна быть такая синергия, да, у участников и кураторов. Помогайте друг другу. Участники, не навешивайте все на кураторов, а кураторы, не навешивайте все на участников, да. Здесь должен быть такой баланс. Если что-то непонятно, спрашивайте. Если у кого-то какие-то вопросы, задавайте их в своих чатах, да, потому как мы все проходим, это первый у нас такой масштабный проект по анатомии стройности, да, и я думаю, что мы вместе в процессе сделаем просто невероятные успехи, вот, поэтому я всем вам желаю пройти этот марафон до конца, и самое главное, не ограничиться вот этими 2 месяцами, да, а так, чтобы эта привычка осталась с вами на всю жизнь. Благодарю всех организаторов, от команду кураторов, потому что действительно настолько у нас команда просто невероятная, да, мы как бы клич кинули, ребята раз-раз подключились, что-то раз-раз быстро-быстро раскидали, все там, я просто в этот раз вообще не успевала как смотреть, как там люди генерят идеи, это просто не только генерят, они их делают. Вот я всем желаю занять активную жизненную позицию во всех проектах. Сейчас у нас очень много проектов идет в наших структурах, там, знаете, что путь лидера начинается, потом вот наш марафон стройности, потом у нас еще несколько проектов. Подключайтесь во все, будьте в курсе, будьте проактивны.
Вот, я завершаю свою речь, а то я тоже могу еще долго говорить. Всем большое спасибо, всех была рада видеть. Желаю всем по максимуму просто прям на ракете вылететь, взлететь, я не знаю, ворваться в это полугодие. И желаю вам действительно тех результатов, которые вы сами себе поставите. Всем пока. Наталья, спасибо большое. Спасибо за советы. Все очень ценно. Наталья провела не один марафон, не одно обучение. Большой опыт у Натальи есть, поэтому советую прислушаться. В чате вопросы про то, как принимать. Вот смотрите, мы начинаем с пуэра, да? Чай пуэр – один стик в день. То есть его нужно пить лучше в течение первой половины дня, потому что он дает бодрость, дает энергию. То есть вы можете не пить кофе, да, ну, этот месяц мы будем пить пуэр-чай, который тоже нас бодрит. И, как я вам показывала, да, в пол-литра бутылки просто перемешиваете, пьете в течение... Ну, очень быстро пьется он, кстати. Можете и БАДы им запивать. Ну, в общем, вот. И ваше приложение Water Balance прям сразу увеличится вода, да, в вашем организме благодаря пуэр-чаю. Дальше спирулина, да, у нас две капсулы в день принимать. И здесь уже как вы привыкли, то есть мне многие говорят, да, что две капсулы до завтрака тем, кто хочет похудеть, и две капсулы после завтрака тем, кто хочет поправиться. То есть ну, я сегодня говорила с нутрициологом, она говорит, что ну, в принципе для организма разницы нет, но есть индивидуальные предпочтений. То есть, возможно, после спирулины вам не хочется есть. Да, вот такое может. То есть, смотрите по себе, но спирулина, она две капсулы. Как вы принимаете, до или после завтрака, неважно. Но, как бы, совет от нутрициолога, вот Дина, да, она сегодня не смогла поделиться, но она вот передала, что ну, она советует после завтрака вообще витамины, БАДы принимать. Поэтому, то есть после принятия пищи. Поэтому спирулину, например, две капсулы после завтрака. Омегу тоже, да, мы принимаем после завтрака, после обеда. Ну, в общем, два раза главное. Да, вы можете такой специальный органайзер себе приобрести для БАДов, чтобы не забывать, либо куда-то себе ну, напоминание поставить. Дальше пробиотики, да, мы еще пьем в первый месяц, ну, во второй продолжаем. Один стик в день после обеда можно, да, после обеда. Потому что у некоторых людей оно может вызвать вздутие, то есть если вы перед сном выпьете, будет такой дискомфорт. Поэтому лучше, да, вот. Либо после перекуса, после полдника, вот, мы пьем пробиотики. Так, хемохим. Два раза в день, да, я вот всю продукцию приготовила рядом. Тоже смотрите по своим ощущениям, натощак ли вам комфортно, либо после, потому что если есть какие-то проблемы с ЖКТ, то натощак вам будет некомфортно принимать, то есть ну, организм даст реакцию, лучше ну, через час-полтора после завтрака, поэтому два раза в день в то время, которое вам комфортно. И второй месяц мы уже принимаем наши шейки. Да, вот у меня, я тоже уже приготовилась. У меня есть коктейль и есть шейк. То есть я буду набирать вес. Смотрите, в день мне нужно выпить два. Вот. Вот таких есть. Например, с тыквой, да? У меня также есть. Вот. И почему у меня, да, есть ну, уже на руках, то есть я не заказывала скорее, потому что ну, не было такого марафона, не было вот такой мотивации, то есть взяться за свой организм и получить результаты. Поэтому тоже я рада, что у нас есть такая большая команда, такие спикеры, такая большая мотивация, чтобы я тоже прошла марафон и добилась своей цели, поправиться, да, и убрать живот. Позже я вам покажу свою фотографию, которую я уже сделала, да, поделюсь. И да, вот наш десерт, это вишневое желе, гранатовое желе, поможет вам справиться с тягой к сладкому.
сахара – это стоп-продукт. Вот, ну, да, это продукция на первый месяц. Так, кормящая мама взяла спирулину, омегу и пробиотики. Мне как применять, из чего начать? Ну, общие рекомендации также для вас. Как я уже говорила, спирулина натощак, как и да, омегу тоже говорила про это. Мультивитамины вы можете тоже после приема пищи, то есть натощак мультивитамины нельзя. Я вот когда пью натощак, мне прям немножко подташнивает, потому что, ну, нужно это, некоторые из витаминов, они жирорастворимые, то есть им нужна пища, чтобы они вот лучше усвоились организм, поэтому, да, после еды витаминки. Если проблема с почками, пожалуйста, да, мы очень хотим, что, ну, главная наша цель – это не навредить. То есть обязательно сходите к врачу, вот поэтому, да, и мы говорили, чекап сделайте, чтобы, ну, получить отличные результаты. Так, ну давайте продолжим. Переход на ПП. Да, мы в группу отправляем меню, рекомендованное меню. Если у вас уже налаженное правильное питание, вы можете его, да, кушать. Если, например, вы заказываете правильное питание, мы тоже так делали с Владимиром, мы заказывали, но там проблема в чем? Приводят это вечером все, и то есть уже на следующий день это, ну, не свежее получается, да, и там очень много витаминов и минералов теряется, то есть при хранении теряется. Даже если вот вы собрали урожай, да, уже положили в холодильник, ну, там уже начали теряться полезные вещества. Чтобы это все не терять, лучше приготовить и съесть свежее. Это самый оптимальный вариант. Поэтому у нас есть меню, да, то есть это идеи для того, чтобы вам готовить. И была такая идея, чтобы отправлять сразу три дня, да, три меню на заранее тем, кто работает и вот готовит еду на работу, например, чтобы взять. То есть это, да, мы будем учитывать, мы будем отправлять сразу. Следующее, закупка продуктов, да, то есть на неделю мы отправили вам, что нужно купить из продуктов, и вот исходя из этих продуктов у нас меню так получается. И техника. Из техники я рекомендую взять блендер, ну и мультиварка, я думаю, например, да, вот что, как, чтобы варить на пару, такое приспособление. И посуда, да, специально есть, чтобы варить на пару, ну, то, что, чтобы это было у вас. Я сама приобрела блендер для смузи. Из продукции Атоми также подходит рамен, чипсы, орешки. Вот у меня, кстати, орешки, мы их обожаем. У нас сегодня Владимир отвечает за... Владимир. Продолжаем, да, меня не было слышно. Вот такой рамен, тоже мы его едим, когда мы не успеваем что-то приготовить, то есть здесь нет какой-то вредной агрессивной химии, здесь идет картофельный крахмал, и такой вот получается, да, тоже вкусный и полезный у нас прием пищи. И вы можете регулировать остроту, если слишком остро, то есть меньше добавлять перчиков. Все продукты там органические, самого высшего качества. Да, и у нас есть чипсы также. Есть морских водорослей, чипсы с российского сайта. На корейском сайте есть также чипсы кукурузные. Есть.
ну, очень вкусно, и тоже как перекус их можно использовать. Ну, орешки, конечно. Также они в меню тоже есть. В перекусах вы увидите, что мы добавили орешки как здоровый перекус. И стоп-продукты. Это сахар, мука высшего сорта, дрожжи, рафинированные масла и молочка. То есть это те продукты, которые мы рекомендуем не употреблять во время детокса особенно, да? То есть мы сейчас максимально хотим наполнить наш организм полезными продуктами для того, чтобы уже тренировки прошли максимально легко и получить пользу. И посмотрите на то, что нам рекомендует ВОЗ, то есть Всемирная организация здоровья, здравоохранения. То есть мы против строгих диет, там, например, да, чего-то нет в нашей тарелке, да, это должна быть здоровое такое вот питание, которое будет для нас максимально полезно, чтобы не срываться, да, то есть все равно, если вы там не поедите, скажем, фрукты, да, вы сорветесь на что-то из сладкого. Если не поедите белки, тоже что-нибудь, ну, чем-то заменит ваш организм. Поэтому, если вы все будете сбалансировано держать такой рацион, тогда вам самим будет проще добиться вашей цели. Поэтому сделайте скриншот, также я отправлю эту фотографию вам в чат и старайтесь придерживаться этих советов. И также будет лекция от косметолога. Очень повезло с спикерами, да, не перестаю об этом говорить. Есть в некоторых марафонах, да, когда рекомендуют купить щетку и вот делать массажными движениями перед душем, ну, проходить-то по телу. И для чего это делается? Да, отшелушивает родившую кожу, стимулирует лимфу, борется с целлюлитом, очищает поры, снимает стресс. И мы подумали, что у нас в Атоме тоже есть прекрасная альтернатива – это наши перчаточки скрабирующие. Они очень мягкие, но в то же время эффективно действуют. То есть это тоже можно делать перед душем, то есть намочить их, да, и пройтись по телу. И, ну, вы можете, да, если у вас еще их нет, еще есть возможность приобрести, да, то есть чтобы к июлю они у вас были. И у нас, конечно же, будут подарки, да, вы слышали, уже видели в чате, мы объявили подарки, долго думали, как же лучше сделать, все-таки решили вот так, чтобы будет желе, да, которое сейчас нет на корейском сайте, то есть неизвестно, когда появится, то есть наши 10 победителей получат новинку. И хемахим – это 3 призовым местам. И как же получить эти 100 баллов? То есть первое – это пакет детокс, пакет интенсив, да, вы фотографируете, что у вас это есть, либо фотографируете, что вы сделали заказ, это к вам идет, и вы получаете 10 баллов. То есть за любой пакет, минимум, средний или максимум, вы получаете 10 баллов. Фото до и после тоже 10 баллов. То есть за фото до 5 и за фото после 5. Да, кураторы, обязательно сделайте скриншоты этого слайда, чтобы знать, да, как составить таблицу и как потом давать людям баллы. Дальше, скриншоты пеших прогулок за весь марафон 20. То есть это за первый месяц 10 баллов, за второй месяц еще 10 баллов. Получится 20. Следующее. Скриншоты еды, воды за марафон. Да? То есть еду мы делаем с вами коллаж. То есть не отправляем один, да, завтрак, потом перекус, потом обед, чтобы это было одной картинкой. В иншоте очень легко делать такой коллаж. И воды тоже. Что вот сегодня вы выпили норму. Отправляем в группу. Поэтому в группе у нас будет, да, много активности. Следующее. Посещение всех лекций, включая сегодня. Тоже 10 баллов. То есть сейчас, кураторы, посмотрите, кто сейчас присутствует, и уже можно первые баллы дать. Следующее. Тренировки.
Также 10 баллов. Все, кто участвует в тренировках, получают баллы. И режим дня тоже держим. 2 месяца, тоже 20 баллов. 10 за июнь, 10 за июль. Вот. И после марафона записать ролик отзыв, по итогам которого жюри отберет 10 победителей. Так и у нас получится 100 баллов. Смотрите, да, вот моя фотография. Видите, да, что у меня есть проблемы, есть чем работать. И вот в таком виде нужно сделать фотографию до. В таком же виде нужно будет сделать фотографию после. То есть такой же фон, также стоим, да, и написано там на бумажке «Анатомия стройной семьи». Ну, делайте это крупнее, да. То есть вот тут такие вот рекомендации. Встать прямо, ноги расставлены, и под ногами у нас А4 листочек. Дальше. В руках бумага, закрывающая лицо. Допустила. С надписью «Анатомия стройности» и дата. То есть поставьте дату. Нужно это делать очень быстро. Да? Хорошо, если за завтра вы уже все успеете сделать это фото, чтобы красивая дата была. 1 июня, да, первый день марафона я вот выгляжу вот так. И потом через 2 месяца мы снова сделаем фото. И ну, вы сами увидите свой результат. Дальше. Отправляем фото. Вы можете отправить в группу, если сильно стесняетесь, можете отправить в личку куратору. Главное, чтобы куратор знал, то есть получил ваше фото. Следующая одежда, если закрытая, то прилегающая. То есть вы, если стесняетесь, там можете что-то облегающее надеть, и, ну, чтобы, ладно, видно было, чем вы хотите поработать, что вы хотите улучшить. И одинаковая одежда, фон до, после. Да, такая рекомендация, чтобы наглядно было видно результат. То есть, да. Очень одним, да. Кофе во время ПП можно? Но если это не там, 5 кружек в день, то я думаю, что не страшно. То есть, но мы во время марафона, да, у нас есть топ продукты, которые мы не употребляем, это молоко также. Поэтому если кофе, то без молока. Перчатки пилингисты заценили, пилинг шикарный. Так, отлично. Так, минуточку. Следующая фотография, я думаю, что вам поднимет настроение. Вот. И цитата Владимира. «Зачем закрывать красивое лицо?» Владимир Хигай. Ну, Владимир сделал еще фотографию в анфас, да, получается, и в профиль. Поэтому как хотите, вы можете тоже так сделать, чтобы увидеть результат получше. Вот. И если вы не стесняетесь, да, зачем действительно закрывать красивое лицо? Потому что все прекрасны. Если вы видели Инстаграм Уилл Смита, он вообще... То есть там такое фото прикольное, как он вообще выпятил свой живот и сказал: «Друзья, честно говоря, я в худшей форме своей жизни». То есть у мужчин в этом плане, да, очень хорошая самооценка, они не стесняются показать до, да, и потом после. То есть у них такое вот будет крутая метаморфоза. Да, Уилл Смит, обязательно посмотрите, то есть он за карантин набрал вес, да, и сейчас он активно тренируется, занимается, чтобы быть в форме снова. Да, Владимир тоже участвует, он будет худеть, я буду набирать вес, вот. Поэтому мужчины тоже с нами. Ну что, я очень рада, что мы наконец начали марафон, и желаю вам начать его очень ярко. Сейчас, да, я предлагаю всем включить камеры, сделаем фото до, и потом сделаем фото после. Все увидимся, все обменяемся энергией. Владимир, его пример еще больше мотивирует. Светлана, спасибо. Да.
Все, я вижу, какие все красивые. Так, делаем фото, тоже вы себя делаете, на всякий случай, да. И готовимся, да, все улыбаемся, показываем то, как хотите, сердечки. Вот так, как вам душа подсказывает. Так, я вижу, что уже у меня на компьютере не хватает места для всех. Супер. Здорово. Несколько фотографий сделала. Потом скину в чат. Тоже скидывайте в чат. Потому что, да, иногда бывает, что кто-то моргнет, кто-то только подключается. Спасибо всем большое. Круто, все молодцы. Все заряженные. Да, давайте в конце, да, дадим энергию или в чате, или вот так через экран. Насколько мы готовы начать марафон? Напишите в чат любой свой любимый смайлик или... Да, улыбаемся, покажите какой-нибудь жест. Мы начинаем марафон. Анатомия стройности. Ура, ура, ура. Я вижу, да, мы поехали. Ура, адя, адя, адя. Супер, здорово, спасибо всем большое. Да, мы все очень рады, все ждем результатов. Мы все дисциплинированные, да. Все пройдет очень классно. Всех любим и всем желаем больших результатов, всем желаем победы. То есть, мне очень понравилась цитата, что дойти до финиша – это уже победа. То есть не обязательно, да, выиграть вот эти 10 призовых мест, главное – дойти до конца. Тогда мы все с вами будем победителями. И желаем вам дойти до конца. Мы поставили себе классные цели и... Мы все обязательно до них дойдем. Всех люблю. Всем пока-пока. Доброй ночи. И начинаем завтра. До завтра.